Их главное подальше от воды выманить. Это быстро закончится и все. Мы пару дней назад тоже с другом сражались. Мы были полтора мегалани, я только Памир, а он Фуладолт, и нам попались довольно странные досплеты. По-другому это не назвать. Типа, есть игроки просто глупенькие, ты по поведению видишь, что, ну вот, что-то они делают не так. Эти же очень странно себя вели, будто бы у них была цель, не знаю, любым способом сдохнуть или повеселиться тотально. Ой, походу я застыл. Не застыл. Подожди, а я же могу выжить стамина, да, для мегалании? Ну, да, наверное. Если она будет с тобой бегать, как умалишон, это сможешь ты не выжить. О, поменим. Пришел папа Трай? Нет. Я ее стонул. А. О, еще одна. Что, друга звала, ждала? Сейчас их налетит целая толпа. Да не, целая толпа это мы были. Два человека. Ну там две меги без получать. Я ее задавил. Оригинальный способ убийства. Ой, тут еще две. Шо, блин, одного досплета испугались, блин. У вас же две голании целых. Три! Их три! Их было четыре Адолта и один Джувик. Прикинь, четыре Адолта и один Джувик. Так, Бублик, сейчас кикну тебе и спать. Почему? Да, задание выполним. А. И добавим. Ну, как удобно. Да. Полминуты роста. А, ты тоже не фуловый? И меня убивали, поэтому я сам. Да вот мне тоже. Этого доспеха вообще брал для фарма чисто. На скинец накопить. Накопил, только вырос. Минуты, наверное, три прошло, меньше на меня просто толпа церна летает. Она у меня ни хвоста, ни ломающего. Я даже не понял, что случилось. А там церы. Цер доспав. Доспав и с хвостом, и с ломающим. Да, я знаю. Как ты играл с двумя игроками, которые постоянно на церковь играют. Мы там даже Анадонта убивали в паре. Он ты это что? Не представляю себе такое. Ну, они, грубо говоря, заебались и вышли из черепашки, и это была их ошибка. А. Один начал, походу, дамажиться сильно от нас. А второй из-за этого начал паниковать, пытаться бегать, там ломать. Причем ломать я не ломаю. Но царя даже просто отступая назад быстрее. Кажется, сейчас бублик там будет. Yeah. До пещеры никак не дойдет. Помру. Мегалайни они такие, они в размен берут. Мне кажется, масса примерно такая же, как у нас, базовая. Мне интересно посмотреть на наши баталии. Три скоростных таспа. Три. По сути, кого мы боимся? Аликов. Да. Очень даже боимся аликов. Да, я знаю, надо с этим что-нибудь поделать.
каком смысле? Ну, аликов мы немного не рфанули обратно, причем два раза, но они до сих пор и догоняют, и убивают Даспов. И как-то неприкольно на самом деле, когда цель тебя и догоняет, и уходит от тебя, так в размен еще и убивает. Все, теперь я понял. Кто-то, я думаю, у тебя ник другого цвета в чате. А, я тоже понял. Так еще и удаст повеген стамины, не к черту, в отличие от Алика. Ну да. Он с того места, где мы квест... Многие просили, и на самом деле был тол. Будь моя воля, я бы им уменьшил массу, но тогда они бы еще больше страдали от мелких. Хотя мелкие их в любом случае убивают, это дело не в статах. Что вы говорите? И Галания под воду ныряет и спокойно уходит от любого мелкого Диноса. Не, ну слушай, это можно к любому водному сказать, а я в воду уйду. Да, ну слушай, ты попробуй уйди от Дейна какого-нибудь, который тебя дрочит. Ну хотя Дейна, блин, постом нормального ему больно, а вот Лутенки уже... Ну, тут просто фактор крови очень сильно играет, тут кровь как в старом Айле, очень сильная. Ужасная. Драхтос. Господи, меня даст подогоняет все, мне страшно. Мне пизда, походу. Да подожди, мы уже близко. Давай хотя бы помирать так вместе. Меня Алик тут нашел. Ну, тогда ладно. Я его сломал и уебываю нахуй. Да беги в нашу сторону. А я пытаюсь, чтобы как бы... Даже визуально должны его напугать, что а, нас много. Ну я думаю, он все-таки добьет бублика и съебется. Но мы близко. Достаточно. Да, мы близко, близко. У тебя, походу, уже есть смертельный скин, вот это плохо. Байтит. Пизда. У меня тут этот... Как его? Я попробую спрятаться, конечно. Стамина. Пошумите, я, короче, в тупике. Блять. Я его сломал. Я думал, я там спущусь к тебе. А ты, я в тупик, блять, тут такое конченое место какое-то, блять. Я такой думаю, ну вот подъем, наверное, блять, вхуяк, короче, тут тупик. Да, да, тупики это мерзость. Икра охуенно. Сейчас, секунду, я отбегу где-нибудь в кустах, посижу, потом вас догоню, мне нужно отойти. Так а куда вы идете? Тебе. А зачем? Хороший. Ой, вопрос. У меня тут ходит кто-то. Ну вот за этим мы идем. Точнее, я иду. А, это. Мегалания. Ходу шипит. Блин, а тут на троечку нет звездочка, да? А на кого она шипит? Подожди, она там с кем-то дерется. Там Мегалания и... А, нет, просто две Мегалании. Давай попробуем сломать. Их не иди вместе с ногой. У меня на ноге какой-то странный белый прыщ. Что это такое? Ну, типа на мозоль похоже. Никогда. У меня кентрик, иди ко мне. Ну я типа дерусь с Мегаланиями. А, ладно, просто что я смогу. А, не, я уверен, что я смогу. Кентра вообще нормально крутится, когда он сломан.
потому что это даже не пыталось крутиться. Я сейчас сдохну, правда. Сука, попиздился с мегаланием. Блять, я не думал. Ну ты сказал, что... давай ёбнем их. Я напал, он одну убил. Одну ну, раскатал. Давай ёбни мы, а не давай ёбни. Тут еще кто-то большой. Не мегалания. Я пока жив. Вопрос, как? Тут что-то типа... Индукция? До сплета, что ли? Да. А, раптор килл. Давай, четвертый. Потом разойдемся. А, у нас сколько лимит? Три? Да. Так... Понимаешь, Филиш, этих? Даспов. С четырех до трех. Ну, люди поэтому и начали исходить на говно какое-то время после анонса. У меня, если что, нет хвоста. Если что. Так он же сотку стоит. У меня тот, который подорван. Чтобы поворачиваться типа быстрее. Нет, чтобы поворачиваться медленнее, но бегай быстрее. Ну, моя роль в команде это прибежал, сломал, убежал. Ну и на подмоге. Вот так.